Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как перевести наш канал на иностранный язык, как перевести все наши ролики на иностранный язык, также как сделать грамотные субтитры, чтобы люди из других стран могли спокойно смотреть наши ролики, так как почти 32% контента на YouTube занимают ролики на английском языке, следом идут ролики на хинди, испанском и арабском, и ролики на русском языке занимают лишь 5-е место, и они занимают всего лишь 5% от общего числа роликов вообще на YouTube. То есть выгодно делать ролики на мультиязыки. Итак, давайте представим, что мы с вами прекрасно владеем английским языком. Для этого нам достаточно в настройках поменять язык с русского на английский. Давайте выберем English USA. И как вы видите, что у меня сразу же первый ролик, его описание стало уже на английском языке. Давайте посмотрим описание канала. Описание канала осталось на русском языке, абсолютно непонятно. И только первый ролик у нас оказался на английском языке. Также давайте посмотрим, что стало с описанием. Также описание автоматически все перевелось на английский язык. Ну, ваши же комментарии, конечно же, на русском языке остались. Итак, давайте начнем с самого простого. Как перевести наш канал на иностранный язык и как перевести ролики на иностранный язык. Давайте перейдем на самый популярный язык, это на английский язык. Точно так же можно будет перевести на любой другой язык. Лично мой совет — перевести на английский, испанский, хинди, какой там арабский, португальский и получается, ну, наш с вами русский на 5-м месте. Итак, что для этого нужно? Итак, заходим в творческую студию. Далее мы нажимаем «Настройка канала». Так, листаем вниз. Здесь мы видим описание нашего канала. Если честно, данное описание канала я сделал только что. Как я его сделал? Я просто зашел в чат GPT. Кстати, у кого есть проблемы с входом в чат GPT, вы можете пройти по ссылке снизу, скачать сервис Hide My Name VPN. Также у меня есть промокоды на него, ну, в общем, разберетесь. По ссылке снизу и скидка, можно скачать классный VPN, который можно установить на роутер и через него смотреть через телевизор, компьютер, телефон, ноутбук. В общем, разберетесь. Итак, я попросил чат GPT, чтобы он мне придумал название канала. Я здесь написал: канал будет про создание видео с искусственным интеллектом, настройка YouTube и тому подобное. Вот мне чат GPT придумал такое название. Мы его просто скопировали, вставили в описание канала. Теперь, как нам сделать перевод данного YouTube канала на иностранный язык? Нажимаем кнопку просто «Добавить перевод». Здесь у нас исходный язык русский. Меняем на какой? Правильно, на английский. Здесь есть английский Великобритания, английский Индия. Нажимаем просто «Английский». Название канала здесь единственное нужно будет уже переводить вручную. Ну как, вручную, с помощью искусственного интеллекта, либо переводчика. Миша и Надя будет у нас Миша и Надя. Итак, данное описание канала нужно будет перевести на английский язык. Здесь два способа. Первый, прямо в чате GPT я ему написал, сделай перевод на английский язык. Он мне просто взял, перевел на английский язык. Это первый способ. А вторым способом можно просто выделить наш текст, нажать Ctrl-C и закинуть его в переводчик и перевести. Я пользуюсь переводчиком бесплатным DeepL. Вы можете просто скачать себе на компьютер, выделили текст, вставили, указали русский язык, справа язык, который вам нужен, английский, вот он перевод, нажали скопировать и просто вставляем его описание канала и нажимаем готово. Все, описание канала у нас уже переведено на английский язык, осталось только нажать кнопку опубликовать. Теперь давайте поменяем название нашего ролика и описание нашего ролика на английский язык. Для этого в творческой студии нажимаем субтитры. Здесь слева эта вкладка, есть субтитры. Так, первый ролик я уже поменял на английский язык. Давайте поменяем второй ролик. Лучшие нейросети для создания видео. Runaway, King, Pika, Hilo, Dreamface. Нажимаем. И здесь мы видим, что у нас есть только русский язык. Причем этот русский язык, он создан автоматически. То есть я с вами говорю на русском языке. YouTube это автоматически переводит, делает автоматические субтитры. Причем делает большое количество ошибок. Потому что мы, как правило, проглатываем часть слов, не договариваем. То есть нейросети не дописывает некоторые слова. Потом эти же ошибки переносит на английский язык. И люди, которые заходят, ну, как бы носители иностранного английского языка, абсолютно не понимает, про что вы говорите.
Потому что и на русском языке субтитры плохие, и на английском языке субтитры плохие. То есть давайте с вами разберемся, чтобы наши субтитры были качественные, грамотные. Итак, нажимаем «Добавить перевод на другой язык». Пока у нас все легко и просто. Выбираем английский. Здесь видим название и описание, да? Здесь вот нажимаем такой карандашик, редактирование. Вот наше описание нашего ролика. Лучшая сеть для создания видео. Опять мы ее копируем. Вставляем наш переводчик. Переводим. Единственное, только смотрите, с какого на какой язык переводите. Потому что, например, у меня VPN сейчас включен Дания. И первый раз я, когда записывал ролик, у меня перевело все на датский язык. Все, здесь вставляем описание на английском языке. Дальше опять копируем описание нашего ролика. Опять вставляем его в переводчик. Ctrl-C, Ctrl-V. Копируем. И вставляем в описание. Нажимаем. Видим, что все на английском языке. Опубликовать. Все, опубликовано. Теперь наш ролик и описание на английском языке. Давайте сразу проверим. Зайдем в YouTube. Поменяем язык на английский. Язык русский. English. Зайдем на наш канал. Видим, что все по-английски сразу тут. И все, видим, что первые два ролика у нас уже на английском языке. Остальные так и остались на русском, что мы не меняли. Давайте зайдем на сам наш ролик. Итак, видим, что все описание уже на английском языке. Так, уже часть дела мы сделали. Так, теперь нужно добавить грамотные субтитры на английском языке. Итак, нажимаем английский, карандашик. Как можно изменить субтитры? Первый вариант – загрузить файл. Где взять этот файл? Первый вариант, например, в программе, когда вы монтируете видео, в моем случае это Adobe Premiere Pro, вы монтируете видео, и там есть такая функция «Сделать субтитры». То есть эта программа сама анализирует видео, делает субтитры на русском, на английском, ну, на любом языке. Единственное, она точно так же делает ошибки, нужно вручную их исправлять. Ну, в общем, можете оттуда загрузить. Следующий вариант – синхронизировать автоматически. Ну, это, то есть вы с русского на русского просто переводите, ну, нам это не подходит. Вести вручную, ну, это как бы очень сложно, долго. Это вы вручную будете прописывать с русского на английский язык. Ну, в общем, геморрой еще тот. И нам подходит последняя опция. Это перевести автоматически с русского на английский. Но в данном случае она недоступна, потому что у нас перевод автоматический. Нам нужно сделать, чтобы перевод перешел из разряда автоматически в ручной. Итак, закрываем. Открываем наш русский язык. Автоматические субтитры. Нажимаем «Редактировать». Итак, здесь нам достаточно хотя бы один раз внести любое изменение, просто нажать один пробел, нажать «Опубликовать» и все. Вот я нажму «Опубликовать». И все, русский язык уже у нас видим, что он создан не автоматически, вот он опубликован. Теперь, зайдя в субтитры английского языка, мы видим, что у нас доступна вкладка «Перевести». Но так мы делать с вами не будем. Давайте удалим наши субтитры русского языка. Так, обратно заходим в автоматические субтитры. И здесь самое сложное. Нам нужно проверить наш весь текст на русском языке, чтобы не было ошибок. И только после этого довериться YouTube, чтобы он грамотные русские субтитры перевел на английский язык. Ну, на английский, на любой другой язык. Тогда человек, который будет смотреть его на английском языке, он увидит грамотные субтитры на английском языке. Многие скажут, вообще, зачем вот этим заниматься? YouTube и так можно нажать автоматические субтитры и смотреть с любого другого языка. Но, с одной стороны, да, конечно же, можно смотреть. Вроде бы, как бы, я говорю по-русски, все понятно, как бы, все читаемое. Но давайте зайдем в субтитры и посмотрим, что же YouTube перевел. Вот, давайте, например, вот это... Предложение «Нас, хуло, она же никак, сравнительный анализ, я хочу делать и ту видео». Ну, то есть видим буквально 10 слов, и в каждом втором слове ошибки, то ли я говорю так, то ли YouTube неправильно понимает. Но наша задача сейчас весь текст прочитать, исправить все наши ошибки, после этого нажать «Опубликовать», и только после этого... Зайти в субтитры английский язык, нажать вот этот карандашик. И тогда уже будет доступна у нас кнопка «Перевести» и «Перевести». Итак, давайте я переведу. У меня ролик большой, он сколько? 20 полчаса. Я, кстати, вам скажу, сколько у меня заняло времени, чтобы полностью
отредактировать данный текст на русском языке, чтобы были грамотные субтитры на русском языке. Итак, давайте приступим к редактированию текста. Можно редактировать как сплошным текстом, но я буду редактировать во временных метках. То есть мы запускаем видео и сразу читаем, что... Степ, ну что? Чего такое? Есть хочешь? На ручки? Ну иди ко мне, иди. Иди, давай. Ай, молодец. Все, то есть запускаем наше видео, читаем и редактируем. Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу сделать небольшой сравнительный анализ на 5 лучших нейросетей для генерации видео, при помощи которых можно сделать классные рекламные ролики и на них неплохо заработать. Также рассмотрим скорость создания, качество создания, как наши нейросети... То есть вот видим качество создания, как наши нейросети... И таким образом мы пробиваем весь ролик до конца, нажимаем опубликовать. Я видео пока нажму на паузу и вернусь к вам через буквально... Итак, я домонтировал видео, время 15 часов 55 минут, если честно. Времени занимает очень много, особенно если видео длинные. Так, нажимаем опубликовать. Все, теперь у нас русский язык опубликовано. Вот видим 24 марта 2025 года. Теперь заходим в английский язык. Нажимаем «Редактировать». Теперь, наконец, у нас доступна функция «Перевести» и «Перевести в грамотном английском языке». Нажимаем «Перевести». Здесь вот у нас есть перевод. Если хотите, можете проверить. Но так как вы, я думаю, английский ни хрена не знаете, просто нажимаем «Опубликовать». Все, английский язык у нас опубликован. Давайте проверим. Перезайдем на наш канал. Язык английский. Нажимаем «Субтитры». Так, субтитры сейчас поменяем на английский язык, Russian. Вот видим, что здесь появился английский язык. И все, теперь у нас качественный английский язык будет переведен без всяких ошибок. Но кроме того, конечно же, можно воспользоваться и автопереводом. Автоперевод будет, конечно же, намного хуже. Всегда лучше, когда есть оригинальный, так сказать, английский перевод. То же самое теперь, когда у нас есть с вами качественные субтитры на русском языке, можно сделать, добавить перевод, например, на испанский язык. Как мы помним, что испанский язык идет на втором месте по популярности. Нажимаем «Испанский». Вот наш испанский. Давайте поменяем название для канала на испанский язык. Заходим также в наш переводчик. Выбираем язык испанский. Вот. Копировать. Так, название на испанском. Теперь описание на испанский. Копировать. Все есть. Теперь добавляем субтитры на испанском. Перевести. Hola! Hola a todos! Опубликовать. Все, теперь у нас есть отдельно английский язык, отдельно испанский язык. Можете также добавить еще какие-либо языки. Но, если честно, что-то я прям устал. Я, ну, честно, особо никогда этим не занимался. Решил сделать, и прям реально время очень много занимает. Кстати, данный ролик я решил записать по просьбе моего подписчика. Вот этот комментарий. То есть человек мне задал комментарий, и по этому комментарию я просто создал данное видео. Не знаю, будет полезно, не будет полезно. И здравствуйте, снимите видео, где, например, японка говорит и пишет описание своего видео на японском, а мне в ленте выходит на русском описание, хотя захожу к ней на канал, она вообще из Японии. Как можно нам так писать на русском? На каких языках высвечивалось? Спасибо. Итак, это видео получилось, ну так сказать, персональным для Sony. Ну и для всех остальных, кому это может быть полезно. Так что, если у кого есть какие-либо вопросы, если мне ваш вопрос покажется интересным, возможно, я также на него смогу записать видео-ответ. Также еще был вопрос по поводу тегов, как перевести теги. Давайте зайдем на канал. Тут вот, например, у нас идет видео, и здесь идут теги. То есть был вопрос, как перевести эти теги на иностранный язык, ну, например, на английский язык. Мой ответ никак не перевести, поэтому мы теги пишем
как на русском языке, так же и на английском языке, чтобы подтянуть нашу аудиторию. Ну и в заключение, как обычно, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Если ваши комментарии мне покажутся интересным, возможно, я на него сниму видеоответ, как и данное видео. Все, всем спасибо, подписываемся на канал, до свидания. Ничего и никого не бойся. Делай то, что должен. Не ссы. Ничего. Вот как будет, так и будет. Вот как будет получаться, значит, оно и правильно. Все.